Всех приветствую, продолжаем знакомиться с художниками, скульпторами, их работами и автобиографией. Генрих фон Ангейли, признанный австрийский жанровый и портретный живописец, я пользуюсь Википедией, родился в Австро-Венгрии в городе Эдинбурге 8 июля 1840 года. С 1854 года Ангейли учился в Венской академии. И окончательное художественное образование получил в Дюссельдорфской академии художеств у Эммануила Лейтца и в Мюнхене у Карла Теодора фон Пилотти. В это время он написал картину «Мария Стюарт» при прочтении смертного приговора. В Мюнхене, где он жил с 1859 года, он написал для короля Людовика I картину «Людовик XI и Франц Паула». После этого он поселился с 1862 года в Вене. Здесь вошла в моду его изящная манера живописи. Впоследствии Ангейли с успехом занялся кабинетной живописью по образцу нидерландских мастеров и написал сперва картину «Мститель за свою честь» в 1869 году, а потом «Юношескую любовь» и другие работы. После того, как он написал в 1870 году свою последнюю жанровую картину «Отказ от отпущения грехов», Ангейли совершенно отдался портретной живописи и занимался ею особенно при германском императорском дворе. Снял портреты многих его членов, а затем продолжил это занятие при английском дворе и при дворе Российской империи. В 1876 году был назначен профессором специальной школы при Венской академии. В 1894 один из районов австрийской столицы был назван в его честь – Ангельштрассе. Генрих фон Ангейли скончался 21 октября 1925 года в Вене и похоронен на Центральном кладбище. Вот так немного о признанном австрийском жанровом и портретном живописце Генрих фон Ангейли. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.